Постой, ты что-то путаешь в запале. Известно ведь любому пацану, на вас не нападали. Вы напали. Вы первыми затеяли войну. Вы гражданам защиту обещали. А получился форменный скандал. Кого и от кого вы защищали, когда на вас никто не нападал? Ах, сколько на земле людишек подлых! Такие уж настали времена. Вы подлость преподносите как подвиг и просите за это ордена. Пред Родиной, конечно, неудобно. Долги, конечно, надо отдавать. Но почему она в уплату долга с вас требует кого-то убивать? И коль у вас пред ней долги такие, что даже жизнь в уплату их пустяк, так хочется спросить вас, дорогие, зачем же вы одалживались так? Коль Родина удар наносит сзади, да так, что аж в глазах потом круги, то лучше, дорогие, не влезайте вы к этой страшной Родине в долги. Всю будет Украина.